Немецкая полиция задержала экс-лидера Каталонии Карлоса Пучдемона. Чем ему это грозит и какой реакции ждать от Барселоны? Все подробности в материале. Карлес Пучдемон оказался в руках немецкого правосудия, как только пересек границу Дании с Германией. Машину с бывшим лидером Каталонии задержали возле городка Шуби, земля Шлезвиг-Гольштейн. На основании европейского ордера на арест. Его Испания выдала в пятницу. По словам адвоката политика, права Пучдемона не нарушались. С ним обходятся хорошо. Карлес Пучдемон был задержан в Германии по пути из Финляндии. Направлялся в Бельгию, чтобы предстать, как всегда, перед бельгийским правосудием. В Финляндию Пучдемона пригласили симпатизирующие ему политики. Тамошние власти уже готовы были задержать каталонца по просьбе Испании. Однако тот вовремя уехал. Теперь же, как сообщили немецкие СМИ, Пучдемона доставили в полицейский участок в городе Ноймюнстер. Решать судьбу политика будут региональные власти. Мнения его соотечественников тем временем разделились. Не думаю, что задержание Пучдемона – это плохо. Он должен приехать в Испанию и объясниться. Это логичнее, чем уехать куда-то и скрываться. Это поражение для нас. Люди недовольны. К счастью, все демонстрации до этого были мирными, и, надеюсь, так будет и дальше. Но в глубине души люди кипят от злобы. В пятницу испанский суд арестовал 5 каталонских политиков по подозрению в сепаратизме. На улицы вышли около 10 тысяч человек. Арест Пучдемона может привести к еще большим беспорядкам. Сторонники независимости Каталонии уже призывают к протестам у немецкого консульства. 4 месяца назад, чтобы избежать задержания, Пучдемон бежал в Бельгию. Брюссель высылать его на родину не собирался. В Испании же Карлесу Пучдемону грозит до 30 лет тюрьмы. Анна Филь, подробности. Телеканал Интер.